Времени совсем мало. Вперед, команда! Пройдемся по спискам перед тем, как начнем работать. Финки, мы с тобой дадим Брейберну новые указания по меню. Флаттершай и я встретимся с пегасами и сообщим новые указания по погоде. Спайк, мы пойдем к единорогам и передадим новые пожелания Искорки для шоу фейерверков. А я должен проследить, чтобы Дискорд не сделал ничего дискордного? Но это уже ни в какие ворота не лезет. Усиленная охрана, толпа на празднике, да еще Искорка с друзьями вертится под ногами. У нас ничего не выйдет. О, нет. Это же идеально. Нам нужно лишь отвлечь этих глупых пони, и они сами нас впустят. Главное, делайте то, что я скажу. Это будет непросто, но, думаю, мы успеем испечь новые пироги для Искорки до рассвета. Если кто и справится с таким заданием, Брейберн, то это вы. Мы привезли много еды для праздника, но если она не остановится, у нас будут проблемы. Но я вижу очень подозрительный пирожок! Что с тобой? Я вдруг почувствовала какую-то слабость. Здесь есть кто-нибудь? Что случилось? Всем пони, не трогайте еду, пока мы не выясним, что происходит. Чего пожелала принцесса? Только то, что здесь написано. И все. И все? Это гораздо более бурный сценарий погоды, чем было запланировано. Это очень опасно. Нам нужно... Нет, надо сначала... Стоп, мы же... Сделай вдох. И медленно выдохни. Передай принцессе, что я буду очень стараться. Мы уверены, что ты нас не подведешь. О, да, точно. Ты же не станешь паниковать и все портить. Я неустойчив к стрессовым ситуациям. Бедненький, кажется, тебе нужна помощь. А ты кто? Пони, которая готова помочь тебе с мелкими делами, чтобы ты мог заняться самыми важными. Важными? Да, это ты и права. Такую погоду нужно делать очень осторожно. Хорошо, что я здесь. Уж я-то обо всем позабочусь. Ух ты! Шоу единорогов «Пламенное небо» просто чудо! Мы гордимся своей работой. Эти срочные изменения не слишком затруднительны для вас? Ха, чем сложнее, тем интереснее. Мы любим удивлять. А теперь извините, но нам пора приступать к новому заданию. Всем приготовиться! Очень впечатляет. Спасибо. К сожалению, мы сейчас не берем в нашу команду новеньких. Простите. Кракл Косет. Я и не хотела проситься в вашу жалкую команду. Не поняла. О, не хотела вас обидеть, но меня удручает, что единороги тратят свой талант на что-то столь... малозначительное. Единороги владеют магией. Мы самые могущественные пони на Земле. Не считаете, что вы предназначены для чего-то большего, чем жалкий фейерверк? Все идет как по маслу. Я уверена, что это будет лучший летний праздник солнца на свете. Ты просто отлично поработала. Мы все отлично поработали. А как же я? Вам будет приятно узнать, что я всю ночь следил за собой и до сих пор не сделал ни единой дискордной вещи.
Это в самом деле удивительно. Искорка, мы знаем, что у тебя были трудности с использованием амулета для восхода солнца и луны. Мы подумали, что небольшая тренировка перед торжествами тебе не помешает. Это хорошая идея. Спасибо вам всем большое. Я очень горжусь ей.